А дальше чисто российская ситуация. Продюсер решился на появление куклы президента России, но еще несколько месяцев не решалось руководство телекомпании на появление куклы охранника президента России. And then, which is a completely Russian situation, while the producer did have the courage to make the puppet of the president of Russia, the leaders of the channel, of the TV channel, for several months could not find the courage to make a puppet of the head of the security of the president of Russia. Который был фактически первым лицом, даже а не вторым государства, фактически в то время. Who was the first person in the country anyway? Выход первой программа с куклой охранника 2-3 недели лежала на полке и вышло ее появление, руководство решилось телекомпании только во время визита Клинтона в Москву. The program which featured the puppet of the head of the security was shelved for several weeks and it only was broadcast during the time that Bill Clinton was visiting Moscow. Решили, что пока Клинтон в Москве нас не убьют, а потом за это время успеют договориться. It was decided that while Clinton's in Moscow, we would not be killed. And then what happens will happen. Успели договориться, пока был Клинтон в Москве, значит. So we had the time. Я очень благодарен Биллу. We had the time to come to an agreement while Clinton was in Moscow, and I'm personally very grateful to Clinton. Первое уголовное дело против кукол лето 95 года. The first criminal prosecution charges against the puppets, the show, was brought in the summer of 1995. Сделала, собственно говоря, знаменитым и программу, и меня. And that's what made the program, both me and the program, very popular. Потому что если кто-то не посмотрел еще нашу программу, против которой было возбуждено уголовное дело, то после возбуждения уголовного дела ее, конечно, посмотрели все. If there were people who have not seen the show after the criminal charges were brought against us, everybody saw it. Мы были обвинены в оскорблении должностного лица, умышленное оскорбление, нанесенное в непристойной форме. Так это звучало. The charges were for a premeditated insult in an obscene form. Мы ходили к следователю, все было очень серьезно, но скандал пошел на пользу, конечно, не только нам, скандал сделал нас известными, но и стране, потому что времена были демократические, и пресса была действительно свободной со всеми оговорками, и пресса смогла объяснить политикам вещь очевидную здесь, что попадание в такого рода программу – это рейтинг для политика, это инициация политика. Это значит, что он в первых рядах, что он узнаваем, если на него делают карикатуры. We went through an investigation, and it was very serious for a while. But ultimately, this publicity was good not only for the program, it was good for the country in general, because the press was at the time democratic, the media was democratic, and people were able to understand that when a politician like that, of that caliber, is being mocked in a TV show, that actually promotes, that gives him publicity, and... Ничего не закончилось. Закончилось вот чем. Закончилось тем, что мы начали получать неприличные предложения от политиков, тем, чтобы нам предлагали большие деньги за то, чтобы их кукла появилась в программе. And then what it ended up being was we started to receive offers from various politicians to pay us in order so that we would make their puppet so that it would appear on our show. Доходило до печальных историй. Мне позвонил какой-то человек, сказал, что представляет интересы такого-то, такого-то, назвал фамилию, которая мне ничего не говорила. И я спросил, чем могу помочь. Он сказал, что он хотел бы появление этого господина без фамилии, совершенно неизвестной фамилии, в программе «Куклы». Я сказал, что это невозможно, потому что в программе «Куклы» могут появиться только очень известные фигуры. Он сказал, я понимаю ваш довод, разрешите мне сказать свой довод. Я сказал, пожалуйста, сказал миллион долларов. Some stories were truly sad. I once received a phone call from a person who said he was represented a Mr. So-and-so, somebody whose name just
didn't mean anything to me. I never heard it before. And he asked on behalf of that Mr. No Name that we make a puppet of him and put him on the show. And I said, well, we cannot make a puppet of him and put him on the show because we only deal with famous people. And he said, I understand your reasoning. And here's my argument. My argument is $1 million. Вот, я, значит, после легкого обморока послал его к продюсеру. Well, when I came to, I sent him over to the producer, so to speak. Но потом я потерял сон, конечно, потому что через две недели этот человек появился на экранах, его фамилия Брынцалов. Он стал кандидатом в президенты Российской Федерации, и этот миллион до сих пор снится мне. But then I lost my sleep over that because obviously 2 weeks later that person whose name I did not know before appeared and his name did appear in the media. His name was Брынцалов. He ran for president, and I'm still dreaming about that $1 million. Ну, вот, собственно говоря, это был такой первый этап, такой веселый этап. Мы победили, программа с огромным рейтингом продолжала выходить. Уголовное дело против нас было довольно скоро закрыто. И это такой вот оптимистический конец первого действия в нашей программе «Куклы». Well, that was the first part, the fun part in the life of the show. The puppets, we won against the criminal charges, the program continued to be broadcast, the ratings were great, and that was the first act, the happy one in the history of the show. Да. Одновременно с этим в 97-м году я начал вести уже, сидя в кадре, собственную авторскую программу, она называлась «Программа Итаго». Вот давайте пару отрывков из нее сейчас посмотрим. At the same time, I started hosting my own show. It was called Itago. Let's watch some excerpts from that. Вот теперь бы погасить свет, конечно. The house lights. Сейчас все будет хорошо. Только Николь, клипту надо, да? Да. Нет, два клипту, да. А нет, это виноват. Николь, три. Три. Это был я, да. Сейчас, простите, это я виноват. Сейчас не зориентировал в другом порядке. А теперь новости национального самосознания. На этой неделе 3800 жителей южно-курильского острова Шикотан обратились к президенту Ельцину с просьбой передать их остров обратно японцам. Для начала хотя бы в аренду на 99 лет. Шикотанцы надеются, что за это время японцы восстановят сгоревшую недавно электростанцию и привезут немного денег и еды. Дело в том, что шикотанцы оказались в России в буквальном смысле слова крайними. И как раз на них денег не хватило совсем. То есть вал благосостояния, прокатившийся по стране, начиная с Барвихи, в районе Курильской гряды иссяк окончательно. И то сказать, до Москвы 1010 километров, а самураев в хорошую погоду без бинокля видно. Кто-то же должен починить электростанцию. А пока что на островах работает только почта, и нагрузки на нее все время возрастают. После письма местных жителей президенту с просьбой отдать их японцам, Курильское областное начальство направило в Москву свою челобитную, в которой просят Шикотана не отдавать. Только уже не Ельцина просят, а почему-то Лужкова. Надо объяснить, вот почему я попросил поменять, чтобы было понятно, кто такой Лужков для тех, кто не в курсе. Вот следующий отрывочек. I would like to explain why I switched the order of the clips. I just wanted to. Вот теперь номер два, да. To show people who do not know who Лужков is, clip two, after this three. Важнейшее политэкономическое открытие. И это свое открытие сделал достоянием человечества не где-нибудь, а в Лондоне.
Этот город вообще занимает особое место в истории мировой политэкономии. Со времен Адама Смита здесь работали лучшие умы. Многие из них доработались до полного признания. Именно в Лондоне, обедая у фабриканта Энгельса, написал свой «Капитал» Карл Маркс. Потом был небольшой перерыв, потом туда приезжал Михаил Сергеевич, и к чему это привело, вы знаете. А на этой неделе в Лондоне выступил Юрий Лужков. Философия московская очень простая. Работать по-капиталистически, распределять по-социалистически в условиях полной демократии. Услышав такое, добрая старая Англия зачесала в голове. К туману тут привыкли, но такого полного тумана, как в речи московского мэра, на берегах Альбиона не наблюдалось давно. Ну вот это программа «Итого», 97-й год. В конце 90-х меня еще пару раз тащили в прокуратуру, но уже коммунисты. А тут нужно пояснение для американцев, что коммунисты 90-х годов не имеют никакого отношения, собственно, к идеологии. Последних коммунистов, сторонников мирового интернационала в России расстреляли в середине 30-х. Да? Значит, к 90-м годам это выродилось в абсолютно национал-социалистическое движение. В общем, вы можете убедиться в этом. Вот следующий клипчик, да, пожалуйста, четвертый. So this was 1997, Itavo, the show that I hosted. And in late 90s, I did have to go to the state's attorney's office several times. All of those were initiated by the Communist Party. And Americans here, I would like to say that the Communist Party of the 90s really has nothing to do with the communist ideology. All true communists were eradicated in the 1930s. And the communists that we have now are really national socialists. This video will demonstrate that. Цинизмом фракция «Яблоко» настояла на этой неделе и на голосовании по проекту об осуждении государственного антисемитизма. Но этот номер у них не прошел. Да и как он мог пройти-то в охотном ряду? Станислав Говорухин уговаривал коллег этого проекта не обсуждать, говорил, только опозоримся. А вовсе и не опозорились, только пополнили свои знания об этом предмете. И дело здесь не в слове «жид», а здесь в слове «сионизм». А это уже, так сказать, определение, которое прилипло навечно от воробья, копающегося в конском дерьме, и кончая отдельными депутатами. После поддержки этой речи в российском парламенте у недругов Макашова осталась надежда только на Лигу защиты животных. Может, он хоть птиц оставит в покое, а? Но, с другой стороны, какой простор для наблюдений за национальной принадлежностью. Некоторым особо носатым теперь главное сидеть и не чирикать. Но, между нами говоря, еще парочка таких генералов-орнитологов, из пернатых в России останется только двуглавый орел. Он хоть и мутант, но, безусловно, русский. Вот так вот мы развлекались с генералом Макашовым на двоих. Это были 90-е годы. Годы, безусловно, демократические, вот в том самом смысле, что мог быть и генерал Макашов, и я. В одном и том же телевизоре. Yeah, we had great fun with General Makashov there, but it was in the 90s, and in those years it was possible to have both Makashov and me on TV. Потом наступило путинское время, и начал Путин, как и все, вот как Ленин начинал с унификации прессы, с прекращения прессы, как Гитлер, это совершенно не важно, что нарисовано на знамени, какая идеология, что Ахмадинежад. Значит, всякий авторитарный режим начинается с того, что унифицирует информационное пространство. And then Putin came to power, and the first thing he did, which is not anything new, every totalitarian leader does it, from Stalin to Hitler to Ahmadinejad, he started homogenizing the media and the news that they were covering. Как по советской традиции, все было сделано по просьбам трудящихся. Well, and in the great Soviet tradition, everything was done on requests from workers. Уже в феврале 2000 года было опубликовано письмо видных петербургских юристов с требованием привлечь нас к уголовной ответственности за оскорбление власти. В каком году?
2000-м, февраль 2000-м. And it was already in February of the year 2000 that three leading lawyers published a letter in the paper asking to bring charges against us about charges of insults on the power. Это был тот самый университет, в котором, который заканчивал Владимир Путин. They said профессора. They said lawyers were also teaching law at the same university that Vladimir Putin graduated from. По иронии судьбы, это университет в советское время носил имя Жданова. And ironically, during Soviet times, that university was named after Zhdanov. В этом смысле донос как наследственность, это можно констатировать. So apparently, writing complaints against people is hereditary. Но Путин не стал повторять ошибок предшественника, никаких уголовных дел против нас по смешным статьям за оскорбление власти не было заведено. Уничтожение НТВ происходило под лозунгом «спор хозяйствующих субъектов». But Putin was wise enough, smart enough not to repeat the mistakes of his predecessor, and there were this time no ridiculous lawsuits against us on trumped up charges. Instead, the destruction of the show was officially called disagreement over ownership rights. Формально телекомпания НТВ, независимая телекомпания НТВ, перешла в руки «Газпрома», компании, принадлежащей государству, за, так сказать, кредиты, которые она брала. И народу говорилось о том, что вот мы набрали кредитов и не отдаем. Это была ложь. Всякий бизнес развивается на кредиты, но возможности ответить у нас уже не было. And so the independent TV company NTV was handed over to Gazprom, which was owned by the state. And it was said that it was because NTV owed money to Gazprom, they were borrowing from to develop the business. It was also said that NTV refused to pay out the borrowed money, which is ridiculous, but that's how it was presented. Мы успели сделать программу «Куклы». Очередной выпуск программы «Куклы» пародировал вот этот тезис о неэффективном менеджменте как причине захвата. Вот посмотрите кусочек из этой программы. And so we were able to make a puppets episode that parodied this thesis, this topic of the ineffectual management is the reason for takeover. Клип один. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Проснитесь, беда. Что? Что такое? Как вам сказать? Я не могу. Говорите. Только вы не волнуйтесь. Говорите сейчас же. Вы. Я не могу. Давайте я изложу. Давайте. Да что там? Вы больше не президент. Вот. А кто? Понимаете, они собрали Совет Безопасности ООН. Кто? Американцы собрали Совет Безопасности, и Совет Безопасности назначил президентом России Килли Блинтона. Кого? Клинтона, Билли. Этот, вот который с таким большим инструментом? Ну да. Но за инструмент он уже извинился. Чепуха какая-то. Это полная чепуха, но ООН назначил его президентом России. С какой стати? Они говорят, чисто конкретное экономическое решение. Никакой политики. Вот.
Вы признаете решение акционеров Совета Безопасности ООН? Господин Путин, будет ли Кремль подчиняться указам господина Клинтона? Я был и остаюсь законным президентом России. Браво! Наш трудовой коллектив принял решение не выполнять распоряжений самозванных хозяев Российской Федерации. Путин! Мы с тобой! Путин! Мы с тобой! Путин! Мы с тобой! Мы рабочие цехи! Не позволим заменить нашего русского президента Путина на сиониста Клинтона! Путин! Мы с тобой, Владимир Владимирович! Путин! Мы с тобой, Владимир Владимирович! Путин! Мы с тобой, это значит-то? Транспарантик уберите. Почему? Потому что с транспарантом это получается несанкционированный митинг. А без транспаранта? Культурный досуг. И тряпочку спрячьте, пока я не заметил. Это флаг России? Без разрешения власти, чтоб никакой России тут не было. Ну вот, это уже, что называется, на последнем издыхании. В апреле 2001 года компания была попросту захвачена. Эта история довольно известная. Я расскажу детали, которые менее известны. Вот перед захватом. So this was our last breath, our swan song, so to speak. In April. 2001. In April 2001, the company was simply taken over. It's a pretty widely publicized story, so I will not go into its description. I would just like to add some details that I personally know. Этому предшествовало почти в течение полутора лет операция государства по уничтожению компании. Это состояло из подкупа, шантажа и обычной уголовщины. This takeover was preceded by about a year and a half of the government's efforts to destroy the company, and the methods used were libel, blackmail, bribery, that sort of thing. Тем, кто соглашался уйти с НТВ, перейти на сторону нового владельца, просто удваивали зарплаты. Those journalists that agreed to leave NTV and go over to the new owners, their salaries were simply doubled. Были возбуждены уголовные дела против ряда журналистов по факту получения кредитов. Американцам это не объяснить. Some journalists were brought criminal charges against, and the criminal charges were about them borrowing money. This is something that Americans would not understand. Как только эти журналисты перешли на сторону Путина, уголовные дела были прекращены. And as soon as these journalists took Putin's side, the criminal charges were dropped. Сегодня они все видные руководители федеральных каналов. Now those journalists they had main federal media channels. Потом было еще две телекомпании два следующих года, каждый следующий год это была новая телекомпания, которая уничтожала государство. And then two other main TV channels were methodically taken over by the government. Each 2 years it was a new TV company that was taken over by the government. Причем с каждым разом государство все меньше заботилось о внешних приличиях даже. And with each new case, the government took less and less precaution for it to look at least civilized. Телекомпанию ТВ-6 ликвидировали по недействующему закону. Этот закон уже перестал действовать, по нему ликвидировали телекомпанию. The TV company TV6 was liquidated based on the law that was that ceased to be that was not a law at that point, had not been the law for two years. А летом 2003 года компанию ТВС, последнюю независимую телекомпанию, просто вырубили из эфира, просто обесточили, убрали сигнал. Ничего не объясняя. And then TV6, which was also a leading TV company, they simply turned off their signal, so they could not broadcast. Осень 2003 года
состоялось окончательное уничтожение телекомпании НТВ. Те несколько журналистов, те ряд замечательных журналистов, профессионалов, которые остались на НТВ после захвата компании, они пытались продолжать делать вид, что ничего не случилось, и продолжать работать профессионально. Осенью 2003 года, во время захвата Норд-Оста, после захвата Норд-Оста состоялось окончательное уничтожение телекомпании НТВ. And in the fall of 2003, the takeover of NTV by the government was complete. Several decent journalists, good journalists that stayed with the company, tried to work for a while as the professionals that they were. But after the hostage crisis with Nord-Ost, the takeover was complete. Журналисты НТВ пытались работать как журналисты. Они даже смогли выйти на связь телефонную с одним из заложников в зале, и в зале Норд-Оста, и в Кремле была истерика. Я сейчас договорю. В Кремле была истерика, и прямо в процессе прямого эфира был отключен звук. One of the few remaining professional journalists at NTV did try to provide coverage for the Nord-Ost events, and one of them was able to establish a cell phone connection with one of the hostages in the musical theater. That caused such histrionics in the Kremlin that while it was broadcast live, their connection was severed. На следующий день после Норд-Оста Путин обвинил руководство телекомпании НТВ в том, что они, это вошло потом в историю, эта фраза, делали пиар на крови, рискуя жизнями заложников, показывая якобы в прямом эфире подготовку к штурму. The next day after the Nord-Ost events, Putin publicly criticized NTV, saying that they were doing some bloody PR, and they were... They were working on the ratings of their show while showing things that were not supposed to be broadcast and that they were broadcasting the preparations for the anti-terrorist attack on the theater. Это была ложь. Пленка с подготовкой. Действительно, корреспонденту НТВ удалось снять подготовку к штурму, потому что, ну, они профессионально работали, они выбирали лучшие точки для съемки. Была снята подготовка к штурму, но в эфир это пошло через 45 минут после начала штурма, и уже никому не помочь, не помешать это не могло. Which was not true, because in fact, yes, there was a tape made of the preparation for the anti-terrorist operation, because the journalists were professional and they knew how, where to film things from and how to film them. So the tape was made, however, it was only broadcast 45 minutes after the Spetsnaz went into the theater, and therefore no lives of hostages were at risk, and the tape could not help or hinder anything. После окончательного разгона НТВ, СМИ, картина СМИ, вот до этих времен, это такая ровная картина довольно постоянной деградации. Стало возможно полная унификация новостей, стало возможным просто не сообщать о событии. В день приговора Ходорковскому главным событием в теленовостях был визит премьер-министра Финляндии в Россию. And since those times, the news market in Russia has been on a slow, even and steady decline. All the news broadcasts all over the media space are all the same, and it is quite possible to just not mention an event or not show anything about it. Like on the day that Mikhail Khodorkovsky was arrested, the main news item was the visit of the president of Finland. Следующим шагом стало нарастание самоцензуры. Спустя какое-то время уже власти не требуется никого ничему учить, все знают сами и даже бегут немножко впереди паровоза. And the next stage we have is the development of self-censorship. The authorities don't have to silence anybody anymore because people understand everything now and they silence themselves. Одна история про самоцензуру. Here's one story about self-censorship. После знаменитой книги Елены Трегубовой о работе кремлевского пула журналистского, Кремль решил ответить
и заказал телекомпании НТВ фильм про работу, хорошую работу, открытую работу президентского пула. After the famous Бурна Трегубова, which was describing the inner workings of the Kremlin journalists, Kremlin decided to answer with... Да, фильм. By making a film themselves about the inner workings of the Kremlin journalistic pool. Фильм был изготовлен, снят и повезен в Кремль на, значит, предварительный показ, на цензуру. So the film was made and it was taken to Kremlin to be viewed and censored. Фильм прошел цензуру, пресс-служба Кремля сделала несколько замечаний, эти замечания были учтены. So the film was viewed, in fact, and censored. There were a few things. There were a few comments that were made and by the Kremlin, and the makers of the film took those comments into consideration and changed things. И уже после этого один из видных в прошлом российских журналистов, видный начальник телекомпании НТВ, еще несколько мест убрал из фильма. And even after that, one of the prominent Russian reporters, formerly prominent, did voluntarily remove several portions of the film, several parts of the film. И когда автор фильма спросил, почему, они же уже видели в Кремле это, редактор ответил, а вдруг они не заметили. And when the filmmaker asked him about the cuts and said, how come you made them, the Kremlin already approved of the film's final version, the journalist said, well, what if they missed those? Последние годы журналистика окончательно превратилась в мифологию. То есть то, что вы видите сегодня, если видите в программе, в информационных программах, это создание мифа о Владимире Путине. Это уже не информация вообще. Это он кормит тигриц, значит, поднимает амфоры со дна моря. Это уже мифология. Yes, and most recently news reporting is not news reporting anymore. It's writing myths about Vladimir Putin. That's basically all it is. It's creating a mythology of Putin where he feeds female tigers and lifts ancient Greek urns from the bottom of the sea, and that's all it is. Его прямые, так называемые, ежегодные разговоры с народом — это абсолютно срежиссированное действие, и каждый раз кого-нибудь избивали и задерживали из россиян, которые желали действительно поговорить с президентом. And the annual meetings with people that Putin has, they're all completely scripted. And several times people who attempted to have an unauthorized conversation with President Putin were beaten. Журналисты, которые не хотели девальвировать так свою профессию, оказались либо выброшенными совсем из профессии, но либо это в лучшем случае. В путинские годы счет погибших журналистов уже идет на, ну, в общем, зашкалил он за десяток. Счет журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей. При Ельцине ни одного, нет, один, Лариса Юдина в Калмыкии, но это надо сказать, так сказать, это надо списать на президента Калмыкии. And those journalists who were trying to remain professional, who were against this devaluing of their professional skills that they had, were simply pushed out of the profession. And during Putin's times, the count of dead journalists during Putin's reign is right now over 10 people. To compare during... Нет, около 10. Over 10 people. And during Yeltsin's times, we only had one journalist that was killed. It was Лариса Юдина in Калмыкия, but that's probably the issue of Калмыкия, not so much as Russia. В Медведевское промежуточное четырехлетие была сделана такая попытка симуляции, возвращения сатиры, но это симуляция сатиры. По этому поводу вспоминается, скажу, почему симуляция, в кукольной программе, новая разновидность кукол, называется «Мультличности», там появились
Там появились куклы Путина и Медведева, поющие куплеты. Я не поленился, сделал анализ объектов сатиры этих куплетов. And during the four times of Medvedev's rule, there appeared a new satire, but it's not real satire, it's satire simulated. We have puppets again. The TV show is called Multiличnosti, cartoon, animated personalities. And they do have puppets of Putin and Medvedev, and they sing short ditties, songs, and I made a little analysis of the subjects of satire here. Объектами сатиры в новогодних куплетах Путина и Медведева были премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, президент Грузии Михаил Саакашвили, президент Международного олимпийского комитета Жак Роге, значит, западный бизнес, который там не хочет сотрудничать с нашим и так далее. Вот объекты сатиры все, как в советские времена, находятся снаружи от страны. And for instance, in the New Year's edition of the show, the objects of satire of those little songs that Putin and Medvedev sing were the president, then president of Ukraine, Yulia Tymoshenko, president of Georgia, Mikhail Saakashvili, Western business in general that doesn't want to play with our business, and the head of the International Olympic Committee. Overall, all the objects of mockery were chosen from outside Russia. Возвращаясь к сатире как жанру, она очень близка поэзии, может быть, с обратным знаком. Going back to satire as a genre, it is very close to poetry. Maybe with in a negative way. Искандер называл сатиру оскорбленной любовью. Фазиль Искандер. Soviet writer Fazil Iskander called satire an insulted love. То есть та же сила чувства. The power of emotion is the same. Мандельштам называл поэзию, он говорил, что поэзия — это ворованный воздух, а за разрешенные стихи, писал Мандельштам, надо сечь. Осип Мандельштам said that poetry was stolen air, and for writing allowed poetry, poets should be whipped. Разрешенная сатира – это нечто еще более мерзкое, чем ее отсутствие. And, permitted, allowed satire is even worse than its absence. Сатирик, который бежит консультироваться с объектом своей сатиры, лучше ему вообще не существовать. And when a satirist runs to the object of its joke to consult and vet the joke, that satirist better not exist at all. Что касается реальной сатиры, то она, сделав вот такой круг, который мы описали, там, двухвековой, да? Ну, очередной вековой круг, она вернулась на круги своя, она вернулась в подземные реки. As to the proper actual satire, it completed another cycle, which, as we talked about, takes about a century, and is now underground, and is taking the form of jokes, and is on the internet. Вместо магнитофонных пленок теперь есть интернет. То есть другой носитель, но все равно интернет, значит, карикатура в интернете, анекдот в интернете. Вот четырьмя анекдотами про Путина я и закончу эту короткую лекцию. So instead of tapes, we have the internet, and all the jokes are on it, all the caricatures are on it, and I would like to finish out my talk with a few jokes about President Putin. По анекдоту, с маленьким затактом, по анекдоту, по тому, какой анекдот является ключевым в текущее время, можно описать это время с огромной точностью, гораздо точнее, чем по информационным программам. The jokes that are relevant during a certain period characterize that period better than the TV programs of the period. Все ельцинское правление укладывается в промежуток между двумя анекдотами, я их тоже расскажу. 90-й год. The Yeltsin's rule can be fit between the two jokes that I'm about to tell. 90-й год, анекдот, 90-го года, на съезд еще тогда советских народных депутатов, вбегает группа автоматчиков в масках и спрашивают: Ельцин здесь? This joke is from 1990. На съезд. A group, a group ну, военных. Of...
a group of armed military people with machine guns break into the parliament, and then it was then Soviet parliament, and say, and they say, is Yeltsin here? И все говорят, да, вот он, вот он, вот он. Everybody says, yes, there it is, there he is. И автоматчики говорят, Борис Николаевич, пригнитесь. The gunmen say, Борис Николаевич, duck. То есть всех убить, этого оставить. Это 90-й год. So they were aiming to kill everybody else but him. That was 1990. 98-й год, Ельцин выходит, а он играл в теннис, да? Не знаю, как это будет переводиться, там игра слов, попробуем. Ельцин выходит из церкви, какая-то бабушка говорит, подай, Борис Николаевич. So 1998, Yeltsin is coming out of a church, and an old lady says, Борис Николаевич, can I have some money? Подай. Там... Oh, there's tennis to follow. А он говорит, бабка, как я тебе подам, у меня ни меча, ни ракетки. Ну вот, так, тут надо, тут, это непереводимо, я прошу прощения. Okay, that is hard to translate. When the old lady says подай, it means she's asking for money. It also means service or pass, as in tennis. And he says, well, how can I service? I don't have a ball. I don't have a racket. Вот 8 лет и абсолютно изменившиеся отношения, да, к Ельцину. Презрение, полная неадекватность, непонимание, да. Теперь к Путину. So in 2 years we see how the attitude. We see how the attitude to Yeltsin evolved, changed from respect to disrespect. Да, и Путин. Первый анекдот мною, может, появился раньше, но мною зафиксирован в районе 2004 года, что очень характерно, потому что только что первый приговор Ходорковскому, и вопрос «Who is Mr. Putin?» получил ответ. Now the first joke about Putin, I think it's about the first joke about Putin, it appeared in 2004, there may have been others before it, that was the year that Khodorkovsky was sentenced, and finally we got our answer to the question, who is Mr. Putin? Четвертый год, появился первый анекдот, все анекдоты первого четырехлетия путинского укладываются в три стопки, в три темы. So 2004, the first joke. All of the jokes about Putin can be categorized into three types. Это анекдоты про страх, про вернувшийся страх. The first group would be jokes about the fear that returned to the country. Причем анекдоты про страх характерным образом были ремейками анекдотов Андроповского времени. And the fear jokes. The interesting thing is that the jokes about fear were recycled from Andropov's times. И это самое точное описание режима. Возвратился анекдот ровно из Андроповского времени, не Брежневского, да, не Горбачевского, Андроповского. Анекдот такой: в Андроповское время был анекдот, что выведен новый сорт яблок, Андроповка, вяжет не только рот, но и руки. Now it's a very precise characterization of times that in Putin times we have Andropov's times jokes. So the first joke from Andropov's times is there is a new kind of apples, Grandpa Andropov's. They loosen your bowels but tighten your handcuffs. Вот ровно этот анекдот появился в 2004-2005 году, только Андроповка была заменена на Путинку. Абсолютно тот же самый анекдот. Вторая тема. The same joke was recycled in 2004, but the apples were called not Grandpa Andropov's, but Grandpa Putin's. That's all. Вторая тема – это убогости путинского окружения, потому что при Ельцине было много блестящих, ярких политиков, да, а при Путине все, он считал, так сказать, все ниже себя искал и нашел. Вот. И все это закончилось абсолютной уже убогостью. И второй тип анекдотов про эту убогость, я даже не буду их длинные. The second type of jokes is about how uninteresting and insignificant the politicians who surround Putin, because during Yeltsin's times we had some brilliant politicians and thinkers, and Putin was always looking for people who would be slightly below him or beneath him, and we will not go into those jokes, they are long.
Вот, и третий распространенный тип анекдота – это анекдот про коррупцию появившуюся, которого, кстати, тоже не было в ельцинское время, потому что про самого Ельцина, потому что сам Ельцин как-то не был в этом замечен. Анекдот замечательный, звучит так: Путин тестирует преемника, это уже в районе 2008 года анекдот. Путин тестирует преемника, спрашивает, сколько будет дважды два. Тот говорит, как всегда, Владимир Владимирович, один мне, три вам. And the third type of jokes has to deal with how corrupt the regime has become. Again, they didn't have those jokes in Yeltsin's times. A sample of a joke would be Putin is talking to his possible successors. Sorry, to his possible successors, and so he's asking one of them, "How much is 2x2?" And the prospective successor says, as usual, Владимир Владимирович, I get one, you get three. И недавно только, вот все анекдоты, которые появлялись, так или иначе в эти три стопки попадали. So all the jokes that previously appeared were somehow one of the three types. И недавно я услышал анекдот совершенно нового типа, с радостью его вам пересказываю. And recently I heard a joke that is of a completely new type, and it is my pleasure to relate it to you. В московской пробке ходит человек, стучится в окна машин. There is a traffic jam in Moscow, and a man is walking around and knocking on the windshields of the cars. Говорит, террористы захватили Путина. He tells the drivers that terrorists have taken Putin hostage. Требует выкуп 10 миллионов. They are asking for $10 million in exchange for Putin. Иначе грозятся облить бензином и сжечь. And if they're not paid, they promise to pour gasoline over Putin and set him on fire. Вот мы, говорит, ходим по машинам, собираем, кто сколько даст. So the person says we're walking around asking people to donate as much as they can. Шофер говорит, ну литров 5 дам. The driver says, I can spare 5 liters of gasoline. Поймите меня правильно, мне этот анекдот кажется обнадеживающим. See, I see hope in this joke. Видимо, вот новый тип анекдота говорит о новой отсечке восприятия. Новой отсечке восприятия. Но это уже немножечко политологии, а я возвращаюсь к жанру, к сатире, которая в эти десятилетия свобод выходит наружу ярко, потому что остальной век она сидит под спудом, под давлением, и чем глубже она сидит под спудом, тем ярче она потом выходит наружу. Я думаю, надеюсь, что мы доживем до очень скорости до времени, когда мы снова увидим русскую сатиру не только в анекдоте и в интернете. Now that new type of joke gives me much hope because it tells that when there is a new type of joke, it means there is a new perception of power. But that's more from the political science. I will not dwell on that. I would like to go back to satire. And as we talked before, there are cycles, and the deeper underground the satire is driven during times of oppression, the better and brighter and more brilliant it becomes during those short bursts of freedom. And I'm hoping that we are on the verge of one of those new revivals. Of satire. Dixie. Я закончил, спасибо.